think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем нашу рубрику «Обновления и баги». Но без этого никак. Александр скинул мне тему, я решил ее проверить. В общем, проверим сейчас на божестве и потом на других героях, думаю, возможно. Читаем скилл, трансформируется. Короче, это все интересно для лята поля. Все знают прекрасно, что такое божество. И читаем внимательно. Герой имеет иммунитет к стану, молчанию, энергии, разброзу, эффектам кондиции. Ну, в общем, все как всегда. Куча, вот у божества реально куча иммунитетов, да, стан, молчание, забор энергии, бедствия, на 70 меньше дамага. В общем, поехали, проверяем. У нас сегодня речь будет именно о стане. Идем в эту подземку. Ну, как видите, герой довольно-таки неплохо стоит. Герою пофиг. Пофиг стан и пофиг все. Заходим. Давайте кошмарки начнем. На 7 кошмарке 7-10. В принципе, стан неплохой уже. Нету стана, то есть герой не станется. Если я выброшу там Анубиса, да, вот на Анубиса стан пошел, на божество не идет. Выкину Дрейка, там секунда, две, стан идет. Как правило, как обычно, у нас в этом обновлении появился новый супер питомец, который должен быть, по сути, мега очень крутым. Я на него возлагал хорошие надежды при... При том, что когда узнал его скилл, я вообще офигел, думал, это будет реально круто. Такс. Где мои? Блин, потерял только. Только вот видите, как я часто захожу на свой аккаунт на английском сервере. Добавился у нас новый супер пэт, химерик, не знаю, как хотите, вот обезьяна была. Так, что я делаю? Супер пэта заходим. Я не докачал кицуне. Вот у нас появился пью химера, это химерик, то есть новый супер питомец. Читаем его скилл внимательно. Когда герой атакует, восстанавливает ХП. То есть, ну, это стало самым таким, скажем, проблемным в данном герое, то, что он срабатывает от атаки. Ну, это, знаете, это полбеды, как оказалось. Оказывается, он еще у нас и забагованный. Также дает герою, на котором он есть, иммунитет к стану, заморозке, там и прочей хрени на 2 секунды, кулдаун 6 секунд. То есть на 2 секунды дает кулдаун 6 секунд. Также восстановление энергии на 40% для дружественных героев. Заходим обратно на наше божество. И ставим. Где ты? Ставим сюда ему химерика. Так, это мутировавший, да, по-моему? Да. Вот, поставили. То есть, вот у нас химерик. И идем обратно в подземки. 7 кошмарка. Запускаем. И вуаля, ребята. Что мы имеем? Мы имеем стан героя. Причем сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Просто тупо вот стан героя от питомца. Но это, знаете, вот это с той области, что и прошлая обнова, там где куча багов было, и эта обнова.
Делаем героев. Ну, я промолчу просто. Берс, мне понравился бездонатный герой. А маг, донатный герой вообще ни о чем. Ладно, пофиг, я не донатил, я их не выбивал, я уже понял, я забил на эту тему. Но тут, опять же, питомец, вы выпускаете питомца, который дает антистан, дает анти там круче всего заморозки, вроде классный пэт. Бог с ним, что он работает от атаки. То есть в большинстве случаев вас застанет, и вы нифига не сможете сделать. Ну, этот питомец дебафит своих же героев. Ну, IGG, вот вы делаете обнову, вы выпускаете, не знаю, у вас же там офис есть, ну вот тестеры есть, блядь, за что люди платят деньги, если вот все, что они выпустят, реально сделано через жопу. А вот как вот это вот объяснить? Просто вот, просто бред. Это, знаете, это лишь бы вот так вот сделать обновление, лишь бы выпустить, вот и все. И они еще его заранее выпустили. Поехали, посмотрим какого-то другого героя, у кого есть там иммунитеты. Ой, кто там у нас героев имеет иммунитет к стану? А уж даже не помню, кто там у нас. Поехали, сейчас выберем. Так, нет, 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 нет. Проверим здесь. Иммунитет к стану и страху. Отлично. Значит, ставим сюда сердцеедку. И ставим сюда опять же того же самого химерика. И идем в подземку. Ну, здесь, знаете, здесь не работает. Странно, как-то странно. А чё ж работает на божестве? Ну, вот. Это просто, вот, я не знаю. Здесь не работает. Это реально работает только на божестве. Значит, проблема, значит, где-то проблема в скиллу божества получается. Хотя не факт, может сердцеедка просто разваливать. Давайте еще кого-то попробуем другого. Ну, я не знаю, это просто дикий трэш, честно скажу, для меня. Вы делаете, то, блядь, потестируйте на всех героях, повыпускаете, посмотрите. Ни хрена не делают. Попробуем розу сейчас. Есть у меня там роза? Или я, по-моему... Такс. Да, наверное, это только на божестве так работает. Коряво. Ну, в любом случае, оно работает на божестве. Божество, донатный герой. Блять, любые мелочи, вот не знаю, уже просто тупо ржак с каждого обновления. Не, роза, наверное, тоже будет проблемно. Не, на розе не работает. Чисто проблема божества. Розе пофиг. Роза говорит, имела я вас в виду всех. И шатала. Да, Роза не станется. Значит, проблема совместимости химерика и божества. Возможно, еще каких-то героев, не знаю. Но просто я не буду сейчас их всех перелистывать, но сама суть. Возможно, кто там тестировал, пишите, ребят, в комменты, у кого еще какие-то, кто-то баги видел, будем смотреть, разбирать. Ну, блядь, уже столько им дали подсказок, что надо изменить, сделать, ни хрена не делают. Ну вот стан просто залетает.
Здесь это работает просто отлично. Возможно, где-то когда включается ее скилл от хил, но вот я не знаю, каким образом, но здесь это не питомец, это просто антипитомец. Может, еще на каких-то героев работает. Я не знаю, каким образом оно так проскальзывает. Но без пэта герои нормально себя чувствуют. Да, проблема, видимо, совместимости действительно именно божества. Ну вот, без питомца все, все good. Короче, питомец реально говно. Донатный герой говно. Бездонатный герой более-менее нормальный. Локация говно. Что вы сделали за целый месяц? Ни хрена. Вот и все. Здесь без проблем тащит. Ну, в общем, проблема действительно именно в питомце и божеству. Пишите, ребят, комменты, у кого есть еще какие-то интересные темы. Будем смотреть. Всем удачи. Всем пока.